Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мы в экономном магазине «Светофор». Это город Димитровград, улица Куйбышева, 34. Давайте посмотрим, какие новиночки завезли. Ну, тут вот составили все в один ряд. Это товары к Новому году, празднику. Набор елочных игрушек, 12 штучек, состоящие из 12 штучек. А здесь 194 рублей 30 копеек. В общем, 194 рубля. А есть золотого цвета, шоколадного, синего, зеленого, красного. Можно выбрать по цвету. А, и есть новогодние подвесные светодиодные украшения, звезды, ширина 2,5 метра. Вот. А 504 стоит. Вот так вот будет выглядеть красиво. И вот эта упаковочка. Также есть гирлянда нить светодиодная. Здесь 100 ярких LED-ламп. Длина 5 метров. Свечение мультиколор. И шланг этот, вот, вернее, гирлянда, сама нить гибкая. Цена 459 рублей. И вот как она, это выглядит нить. Вот она. Видите, там внутри маленькие-маленькие такие диодики. Также есть гирлянда обычная, здесь 10 целых метров, 8 режимов свечения, 100 ламп, 131 рубль 90 копеек. Вот. Но они уже каждый год такие привозят. Вот, можно купить. Еще есть гирлянда занавес, прозрачная нить, 80 ламп, 8 режимов свечения, ширина 2 метра, высота 1,5 метра. Вот как раз на окно. И цена 224 рублей. А есть белый теплый свет, есть холодный свет. Вот мне белый и теплый очень нравится. А также мы видим здесь диско-шар 482. Вот. И здесь, смотрите, есть Bluetooth с пультом управления, с USB. А, в общем-то, ну, он уже здесь... Каждый год к Новому году бывает. В общем-то, еще кто не приобрел. И если кому необходимо, можете взять. Вот такая диско-лампа. Сразу вставляется в розетку. Вот здесь вот вилочка есть. И здесь есть кнопка переключения. Стоит такой диско-шар. Диско-лампа, вернее, двойное сияние. 227 рублей. И имеется лента светодиодная. 5 метров, полный комплект с пультом, 379 рублей. Вот. Средства универсальные, Доместос, литр. Здесь по литру каждое средство, 161 рубль 50 копеек. И еще сюда завезли, смотрите, вот такие аккумуляторы. Аккумуляторная батарея 60 пп. Вот, 2719 рублей. Кстати, здесь уже имеется распродажа. Цена уменьшилась. Вот оно как выглядит. Кому необходимо, можете приобрести здесь, в Светофоре. Ну и все здесь имеется для строительства. Есть грунт. На него тоже грунтовка с антисептиком 5 литров. Посмотрите, тоже распродажа 69 рублей стала. А было 109. То есть вот. Ну, новатрушка цена прежняя, 979 рублей кататься, как раз сейчас сезон. Но, правда, у нас весь снег, который выпал, растаял. Шпакрыл 51 рубль тоже я покупала. И вот как выглядит напольная вешалка, но ее можно регулировать, сделать выше. Видите, внизу колесики тут имеются. Вот, габарит какие и цена. Газ по 64. Здесь 400 миллилитров. Я видела два варианта газа. Имеется в продаже ракушка морская, кормовая. Она мелкая. 10 килограмм 384 рубля. Имеется лессировочный защитный состав для дерева. 3 килограмма. Цвет можно выбрать 314 рублей. Вот тут цветовая гамма. То есть можно посмотреть, покопаться, найти необходимый цвет.
банкетка с ящиком 1249 рублей стоит. Вот эти вот размеры я уже в прошлых обзорах показывала. Вот здесь удобный такой ящичек. Вот. И кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик внизу под видео, чтобы не пропускать мои видео. Будете в курсе всех новиночек. А новиночек завезли вон много. Сейчас посмотрим, что здесь выгодно, по каким ценам. Шторы день-ночь рулонные, 556 рублей, 60 на 160 размер. Я в своих обзорах уже показывала, как они выглядят на окне. Я купила вот как раз капучино цвет. Но имеется здесь белый, зеленый, бежевый такой, слегка желтоватый. В общем, можно выбрать. А есть еще поуже рулонные шторы 50 на 160, но они, это, плотность у них однотонная, ну как бы... Если день и ночь, здесь можно сделать светло и темно, а здесь вот голубого цвета только вижу. 251 рубль. А также имеется вот такой стеллаж, посмотрите. Вот, металлический стеллаж. Стоит 1687 рублей 90 копеек. Вот они, размерчики. Вот он, но его надо прикреплять к стене. Вот. По прочности, смотрите. Он очень довольно-таки высокий. 189 высота. Можно прикупить вот такие стульчики на кухню. 749 рублей. Стандарт на металлической основе. Мягкое круглое сиденье. Бежевый цвет и серый имеется. И вот такой стульчик мягкий. Скай, но это уже подороже. 1500. Замечательный есть комод. 3799 рублей. Два цвета здесь. А вот здесь вы видите размеры какие. А, ручка стильно интересная. Вот он легко открывается. Как-то хорош идешь. Вот можно поставить или в спальню, или на кухню. Вот такие полочки фигурные, 519 рублей. Два цвета вижу. Светлый и темный. Зигзагообразный. Ну, в общем, здесь надо, конечно, вешать. Их просто положили. Так, появились подушечки, сидушки 158 рублей, вот такие вот мягкие. Так, по 158 это нормальная цена. В фикс-прайсе будут дороже, высота 7 сантиметров, 40 на 40. Вот такие вот мягкие сидушки. А также можно купить стол обеденный на металлической основе, столешница белого цвета, но были еще коричневые, надо спрашивать. Цена у них 1676 рублей у этих столов. Вот размеры. 1,150 на 1,59 м. И вот это настольное покрытие, кто еще не брал, рекомендую взять. Это жидкое стекло называется. Размеры вот 120 на 80, толщина 0,5, 262 рубля. И она силиконовая, не подвержена царапинам. То есть вот на стол постелить хорошо, защититься, и смотреться будет стильно и аккуратно. На гладильной доске цена снижена, 699 рублей. Эта гладильная доска идет с подставкой под утюг, с розеткой. Электросоединитель на 1,60 м металл. То есть вот идет с розеточкой уже. Но она такая тонковатая, но... прочная. Вот эти вешалки каждый раз показываю по 113 рублей. 10 штучек в упаковке. Они антискользящие. Вот очень выручают. Платьишки, маечки повесить. Не хватает всегда нам плечиков. Табуретка 699 рублей. Тоже на нее скидочка уже. Это барный табурет. И еще одна новиночка. Посмотрите, появились другие другой стеллаж. Вот вижу. Высота 173 сантиметра, ширина 60 сантиметров. 1854, но это уже, смотрите, ЛДСП. То есть, если там есть вот металлическое, то вот это вот под дерево. Да, вот так покрепче смотрится. Так что, кто еще нуждается в таких вот полочках, пожалуйста, может прикупить. Вот, идут вот в такой вот коробке. Ну, тяжелая, конечно, коробка.
Посуду я уже вам показывала в своих обзорах. Проходите, у меня целый плейлист по именно светофору, ну и по разным другим эконом-магазинам. Чайник выгодно можно купить на 2,5 литра. Это матовый со свистком, 461 рубль, 90 копеек. Очень выгодная цена. Коврики вот такие прорезиненные. 164 рубля. ПВХ 40 на 60 сантиметров. Показывала в своих обзорах, как вот эта алмазная мозаика выглядит, набор 40 на 50. Заходите в прошлые обзоры, смотрите, все подробно показывала и цену говорила. Вот такая миска металлическая, нержавеющая сталь, 26 сантиметров в диаметре, объем 3 литра, 117 рублей цена. А вот такая миска красивая с рисунком на 2,5 литра, 276 рублей, 90 копеек. За 24 рубля можно купить вот такие термосалфетки. Размер у них 28 на 44 сантиметра. И в прошлый раз показывал, что есть многофункциональная силиконовая хозяйственная разделочная доска. 218 рублей она стоит. То есть ее можно вот так вот разложить и в ней уже помыть что-то по цвету, зеленого цвета с белым и серого имеется. О, пожарная машина, смотрите, какая классная. Но мы сейчас дойдем до нее, сколько она стоит. Наборы для выпечки. Три предмета. Кисточка, лопатка, коврик. Силиконовый 161 рубль. Так, вот этот вот набор, вот он выглядит вот так вот. Цвет красивый, бирюзовый. Вот как раз выпекать. В прошлый раз показывала, что завезли синтезатор музыкальная станция, 61 клавиша. И еще в наборе имеется микрофон. 957 рублей стоит. Вот, два типа питания от батареи. Так вот выглядит. Программирование, обучающий режим, запись. Все здесь можно включать. Так, пожарная машина крутая, 559, ну 600 рублей. Вот, поднимается здесь, смотрите, лестница. В общем, новиночка такая, завезли. Железная дорога еще имеется. Кстати, на нее снизили цену, 238 рублей. Вот такая железная дорога. Можно запускать вокруг елочки. Вот классный вот этот пластилин. Здесь много цветов. Он мягкий. И когда уже вы из него лепите, потом может работа застывать. Такой наборчик стоит 239 рублей. 48 цветов. Джемпер. Лонгослив 308 рублей. Состав 95 хлопок. 5% эластана. Так, интересно здесь появился джемпер. Давайте посмотрим. Вот такой вот он тепленький, хлопчатобумажный. Здесь вот мягенький внутри. Рукава на резинке. И цвет такой, очень такой благородный серый цвет. И отдельно можно купить брючки. Вот такие же хлопчатобумажные. Спортивные, тоже мягкие, но они по цвету немножко отличаются. То есть это уже у нас такой домашний комплект. Цену никак не найду. Термобелье это мужское. Кальсоны, фуфайка, футер с начесом. 437 рублей. А, это термобелье. Так, вот сейчас. А где же у него фуфайка? Вот фуфайка. От термо, от набора. Да, вот она, посмотрите. То есть можно купить отдельно джемпер, а можно купить вот. Но вот у этого набора тоже, кстати, на резинке. Вот они по цвету подходят. В общем, есть в комплекте. В прошлый раз показывал, что имеются вот такие вот классные безрукавки. Вот, безрукавки маме покупала. Размеры большие имеются, цвета разные. Цена у них 300 рублей с чем-то.
Ой, смотрите, на него есть скидка. Распродажа я брала за 378 маме. А сейчас можно взять за 249 рублей. В общем-то, на зиму замечательный жилет. Там 40% шерсти и уже дальше дальнейшие добавки. Кстати, появились валенки 798 рублей. Я вот пролезть не могу. Вот покажу, вот такие вот валенки. Вот такие тапочки еще по 298 рублей. Мягкие, красивые. Так, вот эту обувь я всю показывала. Кто еще не подписан, заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, смотрите. То есть все это имеется на моем канале. Так, вот измельчитель. Кстати, появился еще другой вариант измельчителя по форме. Но цена 1239 рублей. Здесь чаша 600 миллилитров, два ножа из нержавеющей стали, 500 ватт. А еще одна новиночка. Завезли на 4,5 литра вот такие яркие кастрюли с красивым рисунком. Это деколь сталь. Цена 462 рубля 90 копеек. Вот эмалированные кастрюльки. Рисунок можно выбрать разный. Ковши по 166 рублей с антипригарным покрытием. Вот. И вот такие кастрюльки 627 рублей. Эмалированные большие на 11 литров 861 рубль. И в прошлый раз показывала, что завезли алюминиевые кастрюльки. Вот, цена здесь куда-то пропала, но где-то в районе 260 рублей. Вот. Какая-то новая сковородка. 274 рубля. Посмотрите, она такая вот интересной формы. В виде сотейника. Но это сотейник с антипригарным покрытием. 24 сантиметра в диаметре. Да, это вот новинка, я смотрю, чуть другое. В каталоге Югирс много уникальных моделей на любой вкус и кошелек, которые порадуют не только ребенка, но и взрослых, настоящего мужчину. Замечательный подарок на Новый год. И будет заняться чем? Рождественские каникулы. Ссылку на магазин Югирс Раша, официального представителя в России, я оставлю в описании к видео.